BMW E70 X5, также E71 X6 к штатной мультимедийной системе, не меняя ее, подключили дополнительную навигационную мультимедийную систему, также сенсорное стекло. Сейчас интернет онлайн ТВ, все каналы со всего мира к вашим услугам, все как обычно в смартфоне. YouTube, Play Market, где любые приложения доступны без ограничений. Яндекс-навигатор с мультитач-сенсорным и голосовым управлением. Привет, Алиса. Окей, Яндекс. Все штатное теперь переключается назад с помощью штатной крутилочки. Все работает. Управление штатное осталось. В любой момент можете включить дополнительное или штатное меню. Весь функционал штатной мультимедийной системы сохранился, а еще появилась куча современных возможностей. Маршрут построен.